Вулкан Синабунг, расположенный на острове Суматра, после 400-летней спячки проснулся 20 августа 2010 года. 12 тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Следующий взрыв вулкана пришелся на ноябрь 2013 года. Спустя несколько месяцев, 4 января 2014 года, новое извержение заставило 20 тысяч человек покинуть свои дома. Через месяц, как только жители вернулись, произошел новый взрыв, от которого пострадали 14 человек. В течение последних лет вулкан не затихает. 24 октября 2017 года произошел очередной взрыв, теперь уже со сходом пирокластических потоков, смеси высокотемпературных газов, камней и пепла, образующихся при извержении и уничтожающих все живое на своем пути. Необходимо отметить, что Синабунг расположен в районе Тихоокеанского огненного кольца, области действующих вулканов, окаймляющих Тихий океан. Последнее время в этой зоне отмечается рост землетрясений и вулканической активности. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Природные катаклизмы не имеют государственных границ. Последствия и беды, что приносят общепланетарные катаклизмы, выходят далеко за очаговое, отдельно взятое государство. И так или иначе касаются всех жителей Земли. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.